Всем привет! Сейчас я вам расскажу рецепт торта «Тает во рту». Значит, нам потребуется 250 грамм миллилитров кефира, стакан сахара, можно меньше, какао-порошок 2 столовые ложки и мука 250 грамм. Также еще сода, чайная ложка. Значит, мы берем две емкости. Первый мы смешиваем кефир. И добавляем чайную ложку соды. Соду гасить не нужно, потому что это сделает кефир. В другую емкость мы добавляем муку. Значит, дальше мы добавляем какао-порошок, 2 столовые ложки. И также стакан сахара. Затем мы смешиваем. Также другую смесь мы тоже перемешиваем. Здесь у нас все с кефиром. И мы выливаем, наверное, наоборот, потому что у нас здесь емкость больше. Это все мы высыпаем аккуратненько. И хорошо перемешиваем. Должна получиться густая масса. Значит, я уже перемешала это все. Должна получиться густая масса. Вот такая вот густая масса. Теперь мы берем силиконовую форму. Если у вас не силиконовая форма, смазывать нужно растительным маслом. Если силиконовая, в принципе, вообще ничем не нужно смазывать, потому что от силикона очень хорошо отстает. И выливаем потихонечку все это дело. Аккуратненько желательно. Остатки можно забрать. Теперь мы
аккуратно разравниваем, чтобы оно было все равномерно, потому что если будет одним горбочком, оно подойдет на одним горбочком, будет вообще некрасиво и невкусно, мне кажется. Разравниваем, чтобы все там хорошо разровнялось. И теперь мы ставим в духовку, разогретую на 200 градусов. Теперь мы эту смесь всю ставим в духовку, разогретую на 200 градусов, на 25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, и тогда будет оно готово. А готовность вы увидите в следующем видео.